Добрый день, мои уважаемые телезрители. Добро пожаловать снова на мой канал. Сегодня поговорим о лицемерии, о прессе, лживой, фейк-ньюс, ну и тому подобное. Сначала коснемся, так, быстро коснусь вопроса одной страны, Кракозии, о гуманитарной помощи Америке. Несколько дней назад Трамп поблагодарил там несколько стран за помощь. Ну и вдруг в Кракозии все сказали: «Во, какие мы добрые, мы отправили гуманитарную помощь Америке, потому что у нас такая большая, добрая душа, вот таким гадам мы так помогли». Представитель королевства, самый главный спортпарол, спокесмен, сказал: «Да, мы отправили целый самолет с гуманитарной помощью». И через день узнается, что это была не гуманитарная помощь, а это была коммерческая сделка. Ну и королевский спокесмен, портпароль. Все, все, тишина. Ладно, пошли. Никакой великой душе уже речи не идет. И вот сегодня захожу на российский сайт новостной, читаю в Мурманске при задержании там, нейтрализовали исламиста. Хорошо, есть журналисты, есть редакторы, которые за это деньги получают от государства, еще там РИА новости, всякие такие. В данный момент мы говорим про Россию. Ну вот, посмотрите на это. Они получают деньги за что? Они даже не удосужились приклеить нормальную фотографию. Посмотрите. Итак, что мы видим? Сегодня 4 апреля 2020 года. В Мурманске предотвратили теракт. РИА новости, ну это, конечно, источник, которому можно верить на 100%. Итак, в Мурманске ликвидировали бандита, планировавшего совершить теракт. Сообщил информационный центр, бля-бля-бля. Бля-бля-бля. Как отмечается, минувшей ночью ФСБ удалось установить местонахождение злоумышленника. При попытке задержания он открыл огонь и был нейтрализован. Что мы видим на фотографии? ФСБшники кому-то одели наручники и выводят. Я вот хочу узнать. Вот ему одели наручники, его скрутили. Он выхватил у этого ФСБшника пистолет, выстрелил неизвестно куда, в стену или черт знает куда, и его пристрелили, нейтрализовали. Журналисты, редакторы получают деньги за то, что они пишут. Ну хотя бы, когда вы пишете что-то такое, поставьте соответствующую фотографию. А если вам пофигу, вам все равно, какие фотографии ставить, поставьте хотя бы фотографию Микки Мауса или Дональда Дака. Блин. Ну а теперь поговорим о лицемерии. Идем сейчас в Кракозию. В Кракозии... Всегда все высмеивают Америку, Европу, вот в Америке там сумасшедшие, в Европе там такие, мы такие самые лучшие, бля-бля-бля-бля-бля. Вон в Америке там в суды подают за каждую штуку, там да-да-да-да-да, у нас такого нету, мы... Бог с нами! Ого! Ну идем на один сайт юридических услуг. Я скрываю имя этого человека, данные его, и смотрим вопросы, которые он задает. Комментарии к этому видео я не буду делать. Читайте.